Взаимная интеграция Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram произойдет не ранее 2020 года. Несколько дней назад стало известно, что Facebook может объединить платформы для обмена сообщений сервисов Messenger, WhatsApp и Instagram. Сами приложения останутся независимыми, но пользователи смогут общаться в любом из этих приложений с пользователями двух других. При этом якобы все будет безопасно, так как во всех приложениях появится сквозное шифрование. Сегодня в сети появились комментарии главы Facebook на этот счет. Цукерберг подтвердил наличие подобных планов у компании, однако отметил, что проект находится на самой ранней стадии. Если он и будет реализован, то появится не ранее 2020 года, а, возможно, даже позже. По словам главы Facebook, нужно еще многое выяснить, прежде чем пытаться реализовать идею. К сожалению, других подробностей он не раскрыл. Напомним, вчера Facebook попала в очередной скандал касательно сбора данных пользователей, за что поплатилась буквально в считанные часы.